Саяно-Шушенском заповеднике в объективы фотоловушки попали забавные кадры из жизни медведей. На сайте учреждения поделились видео с необычным танцем хищников. На кадрах медведица со своим детенышем обнюхивает маркировочную точку, на которую наведена камера фоторегистратора. В это время медвежонок встает на задние лапы и начинает тереться спиной о ствол дерева. Его движения напоминают своеобразный танец, совсем как маленький пушистый человечек. В заповеднике сообщили, что с помощью подобных движений медведи оставляют свои метки и получают информацию о других животных. Некое подобие социальной сети. Кроме того, кора деревьев помогает косолапам ухаживать за своей шерстью, а также избавляться от блох и клещей.